Родной язык. Родной язык, прекрасный, чистый, святой родительский язык. Как много я на этом свете через тебя язык постиг. Словами долгих твоих песен меня баюкивала мать, не уставал потом ночами я сказкам бабушки внимать. Это известный отрывок из стихотворения Габдуллы Тукая «Родной язык». В парке Горького любое стихотворение татарского поэта могли прочитать все желающие. А кто-то из прохожих впервые ознакомился с творчеством земляка. Акция «Тукая казанцы» посвящена 130-му дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Идея зародилась в стенах Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. В учебном заведении такие акции проводятся часто, но в парк Горького студенты решились выйти в первый раз. К юбилею мы придумали такую акцию, хотели проверить, как наши горожане, жители Казани знают биографию, творчество Тукая и как они знают стихи Тукая. Надели белые футболки, взяли в руки книги и подходили к прохожим, отдыхающим, задавали вопросы, просили прочитать что-нибудь из творчества. Сначала студенты сами читали стихотворения, после предоставляли возможность горожанам. Начали с татарского языка, затем русский, турецкий. Без внимания не остается и тот факт, что иностранным гражданам тоже известно творчество Тукая. В основном стихотворения Габдуллы Тукая известны взрослому поколению, но и молодежь старается не отставать, что еще раз подтверждает богатство татарской культуры. Диана Интимирова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.